две недели на каникулах я поскучала по своей родной школе. Я очень скучала, например, если я выходила на улицу, если с друзьями, все равно по телефону как-то не так уж общаться. Иногда онлайн и офлайн, конечно, онлайн тяжелее, чем офлайн, но иногда и дома посидеть хочется. В каникулах было, конечно, весело, но очень хотелось вернуться в школу и не сидеть дома. Хотелось повидаться с друзьями, с учителем. И было совсем не весело, в общем. Мне не нравилось так сидеть дома. Зума, вот это хорошая сторона, что хотя бы ты сможешь увидеть своих учителей, друзей. Но не так уж совсем близко. Я скучал по нашим обедам. Они тоже хорошо готовили. И все.